Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня – это дутики женские «Морозная сказка». Хотите попасть в сказку, а заплатить всего 1799 рублей за зимнюю обувь, стильную, яркую, и 1600 рублей сэкономить? Выбирайте прямо сейчас. Слушай, ну у меня дутики появились только в том году. Жалею об одном, что не заказала их раньше, потому что для меня эта обувь стала настоящим открытием. Настолько удобно, настолько комфортно, настолько легко в них передвигаться, и при всем при этом каждую минуту и в любой ситуации ты чувствуешь себя самой стильной. Ну ты абсолютно права, действительно нужно было переходить на дутики раньше. Итак, у нас они представлены в четырех цветах на выбор. Угу. А есть из чего выбрать, к тому же каждая модель у нас украшена такой вышивкой гладью, которая сделана атласными нитями, дает красивый перелив. Итак, у нас есть вот такое вот предложение для снегурочек. Взгляни на эту вышивку, как она будет играть, например, в лучах зимнего солнца. Угу. Темно-синий цвет, серый, черный, вот три базовых, из них вообще можно выбирать любой, потому что в любом случае они будут прекрасно сочетаться со всеми остальными цветами. Да, но главное сразу же торопиться, потому что в прошлый раз, в день премьеры, было продано больше 4000 таких пар. Представляете? Размерная линейка от 36 до 41. Как, кстати, размер подобрать? Мы их выбираем размер в размер. Mm-hmm. У нас увеличенная 8-я полнота, очень хорошая широкая голенище с кулиской, которую можно подстроить совершенно под разную ножку. Вот, представляете? Увеличенная 8-я полнота и роскошный дизайн. Дутики сегодня должны быть в гардеробе каждой женщины. У нас остаются ботильоны на каблуке, у нас остаются наши высокие ботфорты, может быть, какая-то замшевая обувь, которую мы одеваем по особенным случаям. Но дутики должны быть в гардеробе, потому что это современная обувь для динамичных женщин. Ну вот смотри, что я для тебя приготовила. Я взяла один из дутиков, «Морозная сказка», и разрезала их вот так пополам, чтобы было четко видно, что у нас внутри. Первое. Мы видим, что они меховые, от кончиков пальцев до пяточки и до верха голенищ. То есть мы действительно будем утеплены эффективно до минус 15. Но это еще не все. Я тебе хотела показать все слои. Итак, у нас внешний слой, который будет защищать нас от ветра и от воды. Далее у нас идет слой поролона. Воздушная подушка, которая сделана специально для дополнительного утепления. Потом еще одна прослойка поролона, видишь? И только после этого эко-мех. Вот такое несколько ступенчатое утепление для максимально эффективного удерживания тепла, для удерживания влаги и для защиты от ветра. Слушайте, ну потрясающе. Вот где в магазине вам предложат посмотреть, что же находится внутри обуви? Иногда производители, наоборот, это тщательно скрывают. А мы показываем все, и вы все видите своими глазами. Это обувь теплая, зимняя, которая будет согревать вас до минус 20. И как она согревать будет, вы увидели только что своими глазами. Мех здесь расположен везде, абсолютно мягкий, густой, невероятно согревающий. Вы получаете сегодня качество, которое не стыдно вывернуть наизнанку. Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самое выгодное, самое сезонное и самое актуальное покупка в течение одного только дня на телеканале Shopping Show. Зимняя обувь за 1799 рублей и только сегодня, впервые и в последний раз, со скидкой 1600 рублей. Поэтому, если в вашем гардеробе нет еще такой удобной зимней обуви, как дутики, откройте для себя мир комфорта и стиля. До 41 размера, 8-я полнота. Ну, сегодняшняя современная мода позволяет нам такие дутики и на работу носить. Ну, к тому же они довольно элегантные, согласись. Все-таки здесь мы о какой модели говорим. И это не стандартные дутики. Все-таки это дутики, как будто бы исполненные на манер стандартных классических кожаных сапожек. Точно. Да, потому что модель сапожек, но при всем при этом это дутики. Их можно носить и с джинсами, и в то же время с юбками, как это делает наша Марина. Слушай, ну Марина выбирает у нас белые дутики. Смелая женщина, я хочу сказать, потому что зимой это не только белый хрустящий снег, да, как на фотографиях. Это еще и слякоть, это еще и грязь.
На самом деле, когда мы выбираем правильные дутики, такие как «Морозная сказка», это не смелый, а рациональный Арин-подход, потому что здесь применено специальное полимерное покрытие материалов, которое делает абсолютно не страшным никакие грязь, ни воду, ничего для наших дутиков. Посмотри, даже если мы зашли в грязь, хотя на самом деле у нас уже вся грязь оттолкнулась, посмотри, совсем немного воды, дутики остались сухие. Мало того, еще и с поверхности, благодаря полимерному покрытию, вода у нас просто отталкивается. Слушай, ну они сухие остались, ну посмотрите, друзья, то есть если вы живете в регионе, где не только снег, да, бывает и слякоть часто бывает, а где-то идет дождь, вот я из Воронежа, допустим, иногда бывает такое, что зимой идет снег, да, или какой-то сильно мокрый снег, или даже дождь, поэтому выбирая такие дутики, вы защищены не только в мороз до минус 20 градусов, вы защищены еще в самую слякотную, в самую такую противную погоду, когда у нас ноги промокают, когда у нас с вами обувь грязная вся заляпана, вы получаете очень хорошую возможность сегодня сэкономить максимально. Если вы отправитесь в магазин, 1799 рублей, ну не знаю, это цена разве что на распродаже за демисезонную обувь, а это зимняя пара, которая выдерживает морозы, которая подстраивается под вашу ножку, внутри невероятно густой и очень теплый мех, так еще и в слякоть ваша нога никогда не промокнет, потому что эти дутики отталкивают грязь. Дозванивайтесь прямо сейчас, звонок бесплатный. На этот лот действует фиксированная доставка почти по всей России. 199 рублей. Звоните, уточняйте. Вот, Наташа, что проверяем? А вот смотри, один из наших дутиков, который разрезан пополам, я приложила к Марининой ноге. Я тебе хочу показать правильное и анатомичное расположение ступни внутри дутиков. Вот этот вот изгиб, который обеспечивает подошва дутиков «Морозная сказка», очень правильный. Он соответствует анатомичному, природному изгибу нашей стопы, когда она в расслабленном состоянии. И вот здесь ты именно можешь посмотреть, как твоя ножка будет смотреться внутри. Действительно, очень правильно, и уставать ты в них не будешь. Вот, представляете, ортопедически верно, это здорово, да? Мы видим себе приподнятость, да, но каблучка как такового, Марин, здесь у нас с вами нет. Ножки становятся длиннее, мы с вами становимся увереннее в себе, и при этом наши ноги отдыхают. И не только ноги, кстати, говорят о удобной обуви, но отдыхает, если удобная у вас обувь, то ваша спина разгружается, она у вас отдыхает. Правильные дутики. Слушай, а кулиска зачем у нас? Слушай, кулиска, во-первых, подстраивает подножку, во-вторых, посмотри, кулиска эластичная, то есть надели сверху, затянули и защитили себя, можем по сугробам с детьми бегать и играть. Четыре цвета на выбор, звоните и заказывайте прямо сейчас.